касается финансирования кампании Навального, то Московская городская избирательная комиссия проверила. Насколько я понимаю, нарушений не нашла. В любом случае, Навального с выборов не снимут. Ну а по сути, поскольку Навальный всю свою кампанию сводит к троллингу, то и в ответ получает троллинг. Власть свою кампанию против Навального строит тоже по методу троллинга. Так что два тролля общаются.